вопросы. Вопросы были тяжелые, поэтому мы все справились. Помню, 2 лет даже я ходила на игры. И ездили мы на выездные игры, мы ездили с фан-клубом. Поэтому, в принципе, вопросы были не особо легкие, не особо сложные. Когда ты болеешь за команду, ты отдаешь всего себя. И когда команда играет на поле, ты просто как будто сам там находишься и даешь всю свою душу и всю энергию за то, что ты болеешь за нее. Выживаешь вместе с ними, чувствуешь то, что и они сейчас чувствуют. Это очень классно. Прям такое эйфория чувство. Очень рада.